Привет, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Вот что я заметила, что на меня люди жалуются просто так. Давайте зайдем и посмотрим. Вот здесь раньше были жалобы, потом жалобы переименовали в замечания. Вот, нажимаем замечание. Замечание от пользователя ID такого-то на контакт ВК. Сегодня 16 января. И смотрим, что же в моем контакте ВК не так. Заходим и смотрим. Вот я пролистала свою страницу. За что тут можно пожаловаться? Вот в чем вопрос. Я сама буду жаловаться директору Калиостры, чтобы он принимал меры к таким людям. А пожаловался вот кто. Это Ирина Федореева, которая участвовала со мной в проекте «Всем миром». У нее не получилось. Она побежала по лохотронам. Я ее удалила из своего чата. И теперь она на меня с Борисом Маркеловым жмет жалобы. Думает, что мой аккаунт в Калиостре заблокируют за ее жалобы. Это мой первый аккаунт. Вот, Ирина Агапова. Смотрим второй аккаунт. Мой второй аккаунт, вот Лариса Петрова. Вот мой кабинет. То же самое. Жмем замечание. Замечание от пользователя ID. Смотрим. Опять она же Ирина Федореева. И давайте посмотрим, на что она нажаловалась на меня. На контакт ВК сегодня, 16 января 2017 года. Открываем мой контакт ВК и смотрим. Вот ссылочка, то есть фотостатус стоит на Калиостру. Закрепленная запись моего авторского видео с ссылочкой на Калиостру. На что тут можно нажаловаться? Даже вот Михаил Глухих откомментировал. Директор проекта Калиостра. На что тут можно было нажаловаться? Вот в чем вопрос. Уважаемые директора Калиостры, разберитесь, пожалуйста, с такими замечаниями. Давайте таких людей накажем. Потому что за свои поступки нужно отвечать. Если ты жалуешься, значит обоснуй, почему ты жалуешься. Ведь так?